Всем привет, ребята! Сегодня хочу показать, как я обрабатываю теплицу паром. От всяких клещей, насекомых, яиц и так далее. Весенняя обработка. Беру вот такую паровую швабру, обычную, и начинаю со стен. Здесь на выходе у нас 100 градусов. Поэтому все личинки, яйца и насекомых, все обезвреживается. Обрабатываю стены, стеллажи, землю, все полностью. Также такой паровой шваброй я обрабатываю кусты. Например, смородины от тех же клещей очень хорошо помогают. Именно весной, еще до распускания листьев, до набухания почек. Обрабатываем все, можно обработать и потолок, если он у вас невысокий. Все мелкие детали. Таким образом рекомендую сделать так же, и ваша теплица будет чистая. Отличный аппарат, все веревочки, все можно обработать. Вот отсюда выходит пар, очень горячий. И все, и обрабатываем.